Распределить по всему Карачаевскому городскому округу социальные пакеты, охватить как можно больше семей, нуждающихся в поддержке, и никого не пропустить. Такой ответственной и нужной работой сейчас занимается Управление труда и социального развития администрации Карачаевска. Все подробности у Аллы Динаевой. Сотрудники Управления труда и социального развития Карачаевска, работники социального обслуживания населения фасуют по пакетам картофель, лук, муку, рис, сахар и другие продукты питания для семей, которые нуждаются в этой поддержке. Сегодня пришли на помощь и волонтеры, а ответ студентки Карины Джазаевой на вопрос, что подтолкнуло стать волонтером, прост и понятен. Во время эпидемии, пандемии люди нуждаются в этом. Почему, если есть такая возможность, не помочь людям? Помочь людям, доставить им домой продукты приехала и руководитель общества слепых Карачаевска Эльвира Брюхина. Заботится о своих подопечных и Мадина Канаматова, которая руководит реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорогою добра». Я приехала сюда, чтобы для своих подопечных как бы получить эту материальную помощь, да, в виде продуктов питания. Почти 7 тонн сахара, 8,5 тонн картофеля, 8 тонн риса и столько же муки поступило от главы республики Рашида Тимризова в Карачаевский городской округ. Поступила продукция от главы КЧР, от Рашида Борисбиевича Тимризова, для поддержки малоимущих слоев населения. Такие категории мы охватили, как многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты, дети опекаемых родителей, одинокие пенсионеры и просто малоимущие граждане. На сегодняшний день у нас список примерно около 700 граждан мы охватили, 700 семей. Глава поселка Марай-Ага Аслан Шайлиев вместе с сотрудниками администрации по составленным спискам развозят продукты питания жителям. Дедушка Хаджи Киши Байрамкулов с супругой Муфти Умаровной проживают в поселке Марай-Ага. Самоизоляция, мы сидим дома. У кого дома кошечка, собачка, да, козочки. Сказали, эти что люди это... не болеют, говорят. Потому вот так, что нет, они серьезно, перерабатывают. Это прочитала. А у вас питомцы есть? Да, у меня кошка и кот. Кошка уже старая, сидит дома, а котик молодой, красивый, очень умный. Помощь распределили нуждающимся семьям населенных пунктов Карачаевского городского округа. А это поселки Малокурганы, Марай-Ага, Орджоникидзевский, Эльбрусский, Домбай, Карачаевская, Циберда. В управлении социального развития Карачаевска с 8 утра и до 21 часа работает телефон горячей линии 8 878 79 227 32. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.